филармонии состоялось награждение и заключительный концерт лауреатов 20-го всеукраинского конкурса фестиваля украинской и польской музыки. В нем приняли участие 80 воспитанников детских музыкальных школ возрастом от 6 до 17 лет из разных городов Украины. Три дня подряд юные пианисты исполняли произведения Шопена и молодых украинских композиторов. Каждый из них старался передать особую систему интонирования, определяющую своеобразие музыкального стиля Шопена. На финальном концерте выступили 8 лауреатов конкурса. Гран-при фестиваля присудили 15-летнему Андрею Дорофееву, учащемуся Киевской музыкальной специализированной школы имени Лысенко. Первое место разделили Сергей Карпенко, Юлиана Сухачева, Алексей Косьмин, Игорь Панченко и Егор Терещенко. Одна из главных традиций всеукраинского конкурса фестиваля украинской и польской музыки имени Федерика Шопена – приглашать на галоконцерт известных исполнителей. На этот раз почетными гостями стали выдающаяся пианистка Анжелика Фукс из Ужгорода и юная финалистка шоу «Маленькие гиганты» Екатерина Бойко.